Всем привет! Вы на канале «Вкусный уголок». Сегодня простой рецепт салата, который можно приготовить к тихому семейному ужину. Для него я отварила, остудила и почистила 3 средние картофелины. И теперь порежу их такими довольно крупными кусочками. Добавлю половину луковицы тонкими четвертинками. 5 небольших соленых огурцов. По весу это вышло 200 грамм. Порежу я их соломкой. Сюда же большую банку зеленого горошка без жидкости, у меня здесь 340 грамм. Совсем немного соли, потому что огурцы соленые. Немного черного перца. Заправляем пахучим растительным маслом примерно 4-5 столовые ложки. И хорошо перемешиваем. Вот такой простой и очень вкусный салат получился. Я иногда подаю его к ужину как самостоятельное блюдо. Попробуйте приготовить и вы. Ну и, конечно, если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе.